Ребята, всем привет. Значит, столкнулся с проблемой такой. В Стиме не запускается ModRunner. Причем проблема такая. Ну, очень много вопросов по этой теме нашел на форумах, там, в группах ВКонтакте и так далее, да? Значит, не запускается вот эта вот игра ModRunner. И есть способ решения этой проблемы. Есть способ решения. Значит, заходим вот сюда, свойства, локальные файлы, обзор. Открываем папочку с локальными файлами. С локальными. Это файлы, установлена игра, установка игры, да? Так, нам надо еще одну папку открыть, папку AppData. Значит, как она открывается? Так, нажимаем, вот мой компьютер открыли, вид, ставим галочку, вот здесь скрытые элементы, и поехали. Мой компьютер, диск C, пользователи, ваше, значит, ваше имя, как бы, да? Так, и вот она, папка AppData. И вот эту папочку нам надо roaming и spintires ModRunner открыли. Дальше из корневой папки берем два файла. Первый файл у нас будет config, второй файл shader cache. Вот, и переносим их сюда. Вот они. То есть копируем и вставляем. Вот они. Шайдер каше. Там, ну, давайте я как бы покажу уже до конца. Копировать. Вставить. Заменить. Вот. Вставили. Все. Можно тут отключить скрытые файлы. Так. Закрываем эти папки. Заходим в Steam и запускаем игру. И вот у нас, пожалуйста, пошла загрузочка, одиночка. Продолжить нет у меня. То есть напокупал игры и не играю в них, представляете? Не очень мне нравится. После Евротрак симулятора как-то не особо это все впечатляет. Хотя качество, конечно, тут нормальное. Вот так работает. И проверял, значит, и интернет. Онлайн-версия. Все работает, ребят. Все. Спасибо, что досмотрели до конца. Пользуйтесь.